Привет! Чем ты опять недоволен? То ты хотел холодно, теперь тебе жарко. Ну и что на улице плюс 35? По-моему, отличное начало для наступающего лета, во время которого у тебя будет куча свободного времени. Так что смотри нашу программу и запоминай, как правильно отрываться. А вы, дорогие родители, если не будете нам мешать нравоучениями и своими советами, тоже можете оставаться с нами. Только чур потом проводить все свое свободное время с нами. У тебя есть дома вентилятор? Срочно тащи его сюда и ставь... Нет, не перед собой, а в открытое окно и желательно с занавесками. А еще попроси бабушку сделать чаю с кусковым сахаром. Бабушке, ну так надо. А дедушек попроси делать с интервалом в одну секунду так. Чух-чух, чух-чух. Вот и все. Все готово для просмотра нашего следующего сюжета. Ту-ту! Всем привет, с вами Лера и Денис. Как вы уже поняли, мы решили познакомиться с нашими конкурентами. Посмотрим, на что они способны. Не бойся, Лера, справимся, не хуже твоего. И, кстати, я тебя и наших зрителей приглашаю на небольшое путешествие. С вами рубрика «Время путешествовать». Конечно, все дети любят путешествовать по железной дороге. Веселый перестук колес, мелькающие за окном деревья и вечное замечание родителей: закрой окно, продует, не откручивай этот винтик, а ну отойди от стоп-крана. Что поделаешь, такова цена удовольствия. Поэтому, когда мы попали на детскую железную дорогу, мы сразу почувствовали себя как в раю. Нет, конечно, родителей мы любим, но иногда так хочется отдохнуть от их вечной заботы. Заодно и соскучиться успеем. А еще классно, ни чемоданы таскать не надо, ни бежать от вокзала на такси или плестись в гостиницу. Поезд идет из Днепропетровска в Днепропетровск на ту же станцию Пионерскую. Идеальный вариант для любителя железнодорожных путешествий. Быстро, налегке и с комфортом. А че уютненько здесь? Потом чего-то не хватает. А, проводник, чаю. Может быть, ты и спать тут ляжешь? Мы же все-таки программу ведем, а не в Москву ездим. А пока мы наслаждаемся нехитрыми дорожными удовольствиями, наш оператор забирается в кабину машиниста. Классно ему, а вот нас туда не пустили. Ну ничего, посмотрим потом, что он там наснимал. Тем более, пусть человек почувствует себя ребенком. Ведь в вагоне, где дети и пассажиры, и проводники, взрослый смотрелся бы, мягко говоря, странно. Ну а мы пока тоже времени не теряем и общаемся с персоналом. Что нужно сделать, чтобы тебе дали поводить поезд? Во-первых, надо знать всю эксплуатацию тепловоза, приходить в нормальном состоянии. Если болит голова, то тебя не допустят. Если все нормально, то, как и на большой дороге, то допустят в тепловоз. Ты сейчас работаешь на детской железной дороге. Есть планы поступить на БУД, на большую дорогу? Я после железной дороги, после школы, в 9-м буду поступать в техникум железнодорожный на машинистов. Скажи, как железнодорожник проводит свое свободное время? Ну, встречаются, общаются и отдыхают дома. Или там собираются, гуляют по парку, все остальное. Было бы здорово, если бы во всей стране ходили бы такие поезда и катались бы в них только дети. И никаких взрослых. Они ждут нас на вокзал и дают нам в дорогу что-нибудь вкусненькое. Кстати, приехали мы сюда не только покататься, но и проинспектировать, как подготовилась железная дорога к новому сезону. Что вам сказать, состояние рельсов неплохое. Поезда гудят, вагончики миленькие, а сиденья в них удовлетворительные. Хотя, наверное, лучше поинтересоваться у аборигенов, что нового. Вы сегодня открываете новый сезон. Скажите, что изменилось? За цей рік багато сталося нового. Генеральним директором «Укрзалізниці» був подарований дитячий залізниць Дніпропетровський комп'ютерний клас. Був зроблений капітальний ремонт будівлі здання Піонерська. Був подарований мультимедійний проєктор, екран, ноутбук. Також були пошиті нові форми, 70 нових форм для юних залізничників.
Также у нас обновлюється постійно рухомий склад, щорічно обновлюється. На тунелі імені Пушкіна, імені Маяковського поставлені ворота. Ну і загально покращуються умови роботи юних залізничників на нашій залізниці. Набагато більше в цьому році вони будуть їздити по містах України, тобто обмінюватися досвідом з іншими залізничниками юними інших міст України. Скільки ви людей приблизно привозите в день? Загальна кількість людей в середньому складає десь 550 дорослих і дітей. Що можна зробити самому стати юним железнодорожником? Необхідно тільки бажання. Бажання дитини, яка мріє стати в майбутньому залізничникам, просто треба прийти до нас. Навчання безкоштовне. Крім того, ми годуємо юних залізничників, безкоштовно їздять вони в інших містах України в екскурсії. Тільки бажання і все. В общем, рекомендуємо послідувати нашому прем'єру і провести незабуваємое мгновення путешествия из Днепропетровска в Днепропетровск. Хотя мы как раз больше завидовали нашему оператору в локомотиве, а еще больше ребятам, которым ежедневно доверяют его водить. Почему ты решил стать юным железнодорожником? Дело в том, что железная дорога – это локомотив экономики страны. А поскольку я не являюсь как бы уже совершеннолетним, я решил пройти на детскую дорогу еще 5 лет назад. Детская дорога – это второй наш дом, и это заведение, которое нам помогает во всем осуществить себя и поставить. Мы в будущем пойдем учиться в высшее учебное заведение, то есть Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта, техникум железнодорожного транспорта, а после чего мы станем железнодорожниками на большой магистрали. Как вы здесь проводите время? Ой, очень весело и задорно. Мы здесь работаем как на большой дороге. Мы являемся прототипом большой дороги. А также у нас есть собственная газета, между прочим, которой я главный редактор, то есть твой коллега. У нас газета называется «Юна Змина». Мы пишем о жизни нашей детской дороги, о жизни большой дороги. Это первая профориентационная газета детских железных дорог, которая является. То есть газета имеет технический информационный характер, то есть мы информацию преподносим и техническое знание юным железнодорожникам даем. Ладно, подумаешь, журналистом тоже быть неплохо. Кстати, можно и совместить, как Артём. Тем более, что у нас тоже есть кое-какие привилегии. Например, можно пошалить и сказать, что это типа так надо. Ну, для съемки. Всю жизнь мечтала это сделать. Увага, шановні пасажири, поезд номер 254 прибуває на перший колій до перших платформ. Нумерація вагонів голови поїзду. Будьте уважні та обережні, і підходьте до свого краю платформи. З вами були Денис Іванський, Лера Загребельна. Эксклюзивно для Фрита. Дениска так и не дождался чаю, а еще на столике явно не хватало жареной курочки, помидорчиков, огурчиков, сварившихся в дороге. Ну, какую гадость только люди не берут с собой в поезд, чтобы покушать. Хотя, в принципе, правильно, ведь в поезде же не приготовишь. Хотя я представляю себе такую картину. Заходишь в купе, а там на газовой плиточке кто-то готовит борщик. Или на передвижном мангальчике решил пожарить шашлычки. Жаль, что в поезде и в путешествии такую роскошь себе позволить невозможно. Стоп, ведь можно путешествовать на автомобиле. Загрузил багажник вкусняшками и в дорогу. Всем привет, с вами ваша любимая Лера Мишина. Сегодня я хочу вам представить рубрику, которую с нетерпением ждут, наверное, все гурманы. Время покушать. Не беспокойтесь, мы не будем сидеть дома в такую прекрасную погоду. Я приглашаю вас на природу, чтобы узнать, что же готовят настоящие водители, когда выезжают на пикник. Будем это делать мы в гараже. Садится с ней рядом, он берет ее за плечи и причудливым узором.
пока все компоненты готовятся, мы поиграем в шахматы, если, конечно, вспомним правила. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот. Там снег, там столько снега, что если б я там не был сам, я б не поверил, что бывает столько снега, что земля не видит неба и звездам не видать с вершин. Среди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души. Здравствуйте. Скажите, а что же обычно готовят водители на пикнике? Ну, поскольку водители любят мясо, то часто они заказывают шашлыки, это овощи гриль. Поэтому мы готовим шашлык свиной, как это любимое блюдо. А вы умеете готовить мясо? Ну да. А можете показать, как это готовится? Конечно. Давайте. Тихо-тихо-тихо, там Нью-Йорк говорит с Москвой. А как правильно мариновать мясо? Ну, сначала мы посолили его, поперчили, выжали из лука сок и замариновали с луком сок. Поэтому как бы луковый сок размягчает мясо, и оно стоит сочным. Сегодня будут женщины готовить шашлык для мужчин. Приступаем к жарке. А какие дрова лучше выбирать? Ну, мы используем уже специальные угли для жарки. Поэтому, а вообще лучше шашлыки жарятся на дровах из фруктового дерева. Да. А сейчас давай разложим, наверное, овощи. Ты умеешь? Да. Ну давай. Держи. Какая глупость, право, верить его словам, а не поверить грех тому, который веселее и светлее всех. Эх, она молчит и улыбается ему. А это гораздо интереснее, чем жарить одну сковородку. И выглядит аппетитно. Вечерних и гудков машин. Почему-то считается, что мясо должны готовить мужчины. Что думают водители, когда готовят их женщины? О, водители с радостью принимают эту новость, когда узнают, что им шашлыки готовила девушка. Обычно рядом с машинами стоит неповторимый запах масла и бензина. Наверное, именно поэтому водители предпочитают жарить шашлыки. Душистый аромат мяса перекроет любые другие запахи. Ну что, теперь у нас все готово для пикника. Не знаю, как водители, а я лично очень сильно голодна. С вами была Лера Мишина в рубрике «Время покушать». Наконец-то она уже наступила. Нет, ну они что, совсем там обнаглели? А мне кусочек привезти? Еще и коллеги называются. Расстрелять таких коллег надо немедленно. С шариками, с краской. Так, редактор, срочно мне автомат и бронежилет. Начну прямо сейчас. Ложись! Маша выходит на тропу войны. Привет, меня зовут Маша Яценко, и сегодня я представляю рубрику «Время развлекаться». Нет, я не собираюсь стрелять из этого танка, хотя и хочу отомстить своей съемочной группе за долгие месяцы замечательного времяпровождения за время съемок. Угадайте, почему на мне сегодня такая веселенькая одежда? Потому что я, как настоящий пацифист, собралась поиграть в пинбол. Посмотрим, что из этого получится. Пиу-пиу-пиу! Кто не рискует, тот не ведет фритайм. Постоянно произнося этот девиз, я готовлюсь к предстоящей битве. Пусть вас не смущает доброе название пинбол, то есть цветной мячик. Как видите, камуфляжи здесь вполне настоящие и даже есть бронежилеты, способные защитить от летящего в грудь самого цветного шарика. А на лицо полагаются вот такие маски, которые наши редакторы и операторы дружно отказываются, явно веря в свое бессмертие. Они наивно полагают, что в съемочную группу во время боя не стреляют. Не буду пока разрушать их уверенность.
Вот нам и выдали оружие. Довольно-таки миленькое. Кстати, меня научили, что направлять даже незаряженный автомат на человека нельзя. Поэтому направлю в камеру. Оператор не в счет, он же на работе. Интересно, а как это солдаты во всей этой красоте бегают по жаре? А главное, как отличить своего от чужого? Ага, тут все продумано. Эти ленточки символизируют, кто в какой команде. Лично я красненькая, а мне в поддержку выделяется самый опытный боец. Кстати, единственный из участников, кто реально служил в армии. У него и поучусь, как скакать в этом скафандре. Если на прошлой съемке я чувствовала себя амебой, то сейчас, мне кажется, я больше похожа на слоника, причем в камуфляже. Кстати, мне интересно, слышит ли меня оператор, потому что даже я с трудом понимаю, что сейчас говорю. Скорее бы уже в бой, правда. Меня тут же осадили и сказали, что нужно пройти инструктаж. Только после этого нам выйдут патроны. Всем привет, всем здравствуйте. Я рад приветствовать в нашем пинбольном клубе. Называется он «Агрессор». До этого в пинбол кто-то играл? Золотое правило в пинболе – не снимать ни в коем случае на игровой площадке защитную маску. Что такое пинбол? Пинбол – это спортивная игра, которая имитирует скоротечно-огневые контакты на ограниченном пространстве. При помощи вот такого полуавтоматического пневматического оружия, называется маркер, он играет в пинбол. Несмотря на то, что маркер, так называется пинбольный автомат, оружием официально не считается, заряжают его по-взрослому. Да, если шарик попадет в чувствительное место, а у меня все места такие, мало не покажется. Может, и стоило застраховать свою жизнь? Да уж, вовремя я вспомнила, ничего не скажешь. Ну что ж, раз страховки у меня нет, придется выживать. Держитесь, ребята, я не виновата. И вот последние минуты приготовления, честно говоря, немного волнительно, ведь мне еще столько всего нужно сделать. Получить 12 по химии, закончить школу, выпуститься из университета, получить хорошие аттестаты и образование, уехать за границу, выйти замуж. Ну, впрочем, это все потом. А сейчас бой! Ого! Я оправдала девиз горцев, живых останется только один. И, как вы понимаете, это я. Специально для программы «Крикаем» Маша Яценко. А сейчас, Дима, извини. Маша? Спасибо, Маша. Фух, как же приятно оказаться в безопасной студии под прицелом безопасной камеры. Хотя, если смотреть на ехидную улыбку оператора, не такой уж и безопасный, если учитывать то, как я оторвалась на нем во время съемок. Еще он показывает, что после эфира хочет меня убить, но, к счастью, это не скоро. Потом у нас дальше... Все? Как все? Свободное время, как всегда, пролетело быстро, и оператор показывает, что мое время тоже подошло к концу. Но, может, и стреляю я не очень хорошо, зато бегаю быстро. Надеюсь, все-таки увидимся с тобой в следующей программе. Пока! Кстати, я решила, что если умирать, так умирать с музыкой. И пока меня будут убивать и душить, то я предлагаю посмотреть тебе наш новый сюжет и послушать классную музыку. Пока! Всем привет, с вами Настя Редлога, и сегодня представляю рубрику «Время послушать». Я хочу вас познакомить с таким музыкальным направлением, как фанк. И мы находимся в гостях у фанк-группы, название которой мне очень сложно выговорить. Поэтому читайте титры.
фанк. Это все, что рассказывают ребята, и утверждают, что этого достаточно. Ребята вашего возраста обычно играют музыку попроще. А почему вы выбрали именно фанк? Фанк помогает нам проявить свою индивидуальность. Каждый аккорд нужно обыгрывать по-своему. И это, в принципе, не только интересно, еще и популярно в наше время. Хозяин этой гитары утверждает, что это самый главный инструмент в группе. Кошмар, он же с меня ростом. А в этой бочке я могла бы с легкостью поместиться. Неудивительно, что они так мощно и громко звучат. Рок-музыкантам обычно приписывают какие-то вредные привычки. А какие пороки есть у вас? Я, как все подростки, наверное, пробовал курить, выпивать. Но сейчас я не являюсь постоянным курильщиком. Пью, наверное, по праздникам. Ну, поэтому я не считаю, что для музыкантов принципиально вести нездоровый образ жизни. Вы все достаточно харизматичны. Признайтесь, есть ли борьба за лидерство? Понимаете, в нашей группе все музыканты привносят некоторую долю творчества в наш коллектив, и наш коллектив был построен на дружбе и некотором профессионализме музыкантов, поэтому борьбы за лидерство как таковой никогда не было, и, надеюсь, не будет. Почему у вас в группе нет девочек? Это принципиальная позиция? Ну, так уж вышло. На самом деле, у нас в группе просто так не сложилось. Как все собрались, так и собрались. Ну, если появится хорошая исполнительница, то мы ее обязательно возьмем в наш коллектив. В твоем возрасте музыканты мечтают стать суперзвездами. А что для тебя важнее, будущая карьера или музыка? Ну, как сказать, мы собираемся, чтобы просто хорошо провести время, поиграть отличную музыку. Может быть, в будущем повезет, и мы станем хорошими артистами, которых будут звать на огромные мероприятия и прочее. Как ты идешь? Считается, что рок-н-ролл умрет, а рэп скоро умрет. Я не знаю будущее фанка, но ребята света верят в то, чем они занимаются. С вами была Настя Ведлога, эксклюзивно для Free Time.